В этом мире, где столько тревог и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось — это Божьего дома уютный очаг. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть я душою могу. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение в Церкви Божьей, в собрании Христовых святых.